Так, Ефимов Александр Викторович. Да, это я. Управление экономической безопасности, противодействие коррупции по Кировской области. На самом деле... Руки вот. Стоим. Есть ключи? Руки, да, можно. Надо смотреть. Я заместитель директора организации торговли. Это ваш кабинет, да? Да. То есть заместитель директора по организации торговли Ефимов Александр Викторович. Да. Так, все равно. Вы назовите себя? Столбов Андрей Николаевич. Столбов Андрей Николаевич. Да. Кто вы здесь? Я контролер по залу. Контролер по залу. Да. Так, вы представьте, пожалуйста. Юркина Татьяна Валерьевна. Юркина Татьяна Валерьевна. Вы кто? Заведующая филиалами. Заведующая филиалами. Всем участвующим лицам, вам и вам предлагается выложить все содержимое. Все содержимое, во-первых, на стол. Кармана. Все содержимое кармана. Это как бы по... Кучка. Так, это ваше все, да? Да. Ваша чуть в сторону. Мне сумка. Все, сумка. Ну, сумку можете положить просто. Кому-либо из вас передавались какие-либо денежные средства последние там 20-30 минут? Мне передавались. Вам передавались? Да. Кем? Татьяна Николаевна принесла. Кто такая Татьяна Николаевна? Ну, на Кировском рынке. Фамилия? Не знаю, я не помню. На Октябрьском рынке, да? Хорошо. За что передавались вам денежные средства? Мне денежные средства передавались. Ну давай, Лизор, надо донести туда. Долг. Еще раз. Долг. Долг? Да. Я просил у них взаймы денег. Так. Вот они мне принесли. А где находятся сейчас эти денежные средства? В какой сумме? 30 тысяч. 30 тысяч рублей. Это ваше все? Да. Какая вы? Вот это. Они ты. Значит, пачка денежных средств. Скреплена резинкой. Сейчас устанавливаем количество денежных купюр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30. 30 купюр до стоимости 1000 рублей. Общей суммой 30 тысяч. Зачитываем номера купюр. А. Мягкий знак 732-60. ЯО 322-32-44. ОИ 07-95-877. ОМ 07-64-344. АЛ 523-61-52. Вот
Понял? Это что правило было? Это моих работников медицинских мужчин. Работников МУП Центральный Рынок, да? Да. Санитарный паспорт кабинет. Тут все документация, да? Угу. Так говорите, да? Это открытое павильоны. Так, давайте, что может быть отсюда? Не знаю, вот я вот эти пробовала. Длинная на министерстве. Что вот эти? Вот эти могут открыть? Ну, я пробовала, они не открывались. Так, ну, вот нет, нет. Оттуда. Ну, вот это тоже нет. Нет? Там написано, что особо я сильно. Нет, вот эти нет. Вот, посмотрите, вот эти. Еще тут две могут быть. Все, наверное. Вот но это точно не подходит. Так, вот я тут оставлю все. Угу. Маленький пачечка здесь порядок, да, на столе. Воду еще включили. Как мы как заведующим филиалом раньше... Ключницей были, нет? Нет. Это мне сейчас плакать. Да, вообще как бы... 6-3. Друг 3 ПР отвечает. Это PR. На пандусе. Сейчас все похожи отвечают. Проверим. Делать. Если бы разобраться, не надо. Пока так же осталось. Тут тоже все так. Он сказал, сейчас выехал. О. Говорите, мне надо так, ну что, подходите. Раз уж похоже, свой кабинет. Так, понятно. Не может в бот приситься туда, да, нет? Или стоять? Ну, присядь. Давайте вот сюда, в уголочек, чтобы не мешать. Не вопрос.